китайских промоутеров, у него победа в своих выступлениях. Синий угол ринга представляют гости из Херсона Артем Головко. Также профессиональный бойцы на мы. 4 победы, 2 поражения. По результатам рейтингу штаба. Так как наш турнир же может быть международный рейтинг, мы можем видеть таких спортсменов на нашем турнире. На 41 секунду первого раунда боевым удушающим приемом стрелил любимый прием Джеффа Монстера. Победу выход финала держал Артем Головко, Херсон, Шахмин. А приехал гостя из юга. Да не, на кого-то дело, там не бороться.